Дорогой брат, уважаемый президент Реджеп Тайип Эрдоган, уважаемые главы государств и правительств, дорогие друзья, мы крайне опечалены последствиями мощного землетрясения в братской Турции, повлекшего за собой многочисленные жертвы и ранения. Это разрушительное землетрясение унесло жизни десятков тысяч человек. Дорогой брат, в связи с трагедией от имени народа Азербайджана, еще раз выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции. Желаю выздоровления пострадавшим. Как только произошло землетрясение, правительство и народ Азербайджана мобилизовались для оказания гуманитарной помощи братской Турции. В зону землетрясения из Азербайджана было отправлено 940 человек, в том числе спасатели, медицинский персонал и волонтеры. По числу спасателей, отправленных в Турцию, Азербайджан был первым среди стран мира. В результате усилий наших спасателей и врачей из-под завалов живыми были извлечены 53 человека. Также под завалами были обнаружены тела 780 человек. Наш медицинский персонал оказал медицинские услуги в общей сложности более чем 3000 человек. На сегодняшний день на банковские счета АФАД и других гуманитарных организаций переведено более 45 миллионов долларов США. Кроме того, доставлено 5300 тонн гуманитарной помощи. Азербайджан и Турция всегда были рядом друг с другом как в радостные, так и в горестные дни. Так будет и впредь. Уверен, что благодаря лидерству моего дорогого брата, уважаемого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция успешно устранит последствия этого землетрясения.